Здравствуйте! На моем тематическом канале вы сможете найти интересную информацию по фармацевтическому оборудованию, миксерам и смесителям порошков, упаковочному оборудованию, капсульным машинам или капсуляторам бесшовных желатиновых капсул, оборудованию для сухой и влажной гранулирования порошков, роторным таблеточным прессам, машинам розлива и укупорки флаконов, оборудованию для обеспыливания, полировки таблеток и капсул, лабораторному оборудованию. Компания Романа Цибульского «Минипресс.ру» занимается поставкой большого ассортимента фармацевтического оборудования из Китая, Кореи, Индии, Европы и других стран. Мы выполняем работы по поиску, подбору, закупке, доставке, таможенной очистке оборудования с доставкой в любой город России и стран СНГ. У нас самый авторитетный каталог различного оборудования с описанием на многих языках. Нами производится доставка грузов из Китая в Россию и страны СНГ по воздуху, по морю, железными автомобильными дорогами. Наш специалист ежедневно проводит консультации по технологиям фармацевтического производства. Подбираем оборудование и отдельные машины для производства продукции по образцам клиента. Весь комплекс дополнительных услуг. Поиск расходных материалов, упаковки, размещаем заказы в типографиях Китая. Имеем большую базу информации о производителях фармацевтической и ветеринарной продукции в России. Наш каталог оборудования – minipress.ru/каталог. Единый контактный номер в Москве – +7 495 364 3808. Наша почта – info@minipress.ru. Более подробные данные о ссылках на наши контакты и социальные сети вы найдете под этим видео. Мы помогаем нашим клиентам. При начале работы мы максимально четко стараемся понять задачу клиента, чтобы минимизировать риски при покупке оборудования, которое не будет работать. Наша задача – дать вариант оборудования, которое решит проблемы клиента. Роман до 60% клиентов отговаривает от покупки оборудования, выбранного ими самостоятельно. Это свидетельствует о наличии скрытых проблем и непонимания процессов и технологий нашими клиентами. Мы даем советы по выбору различных расходных материалов и сырья для достижения максимального результата в процессе эксплуатации. Подготавливаем клиентов к будущим проблемам. Советуем найти толковых механиков и наладчиков в их городе, чтобы им помогали следить за оборудованием и ремонтировать его. Также берем на себя помощь с поставкой запасных частей к оборудованию, купленному через нас. Участвуем в продаже оборудования БУ между нашими клиентами или через наш каталог. Наша компания имеет офис в Шанхае и несколько менеджеров, которые помогают в работе с китайскими поставщиками. Эти люди очень долго работают с нами, и мы их полностью контролируем. Когда фабрика заключает контракт с нашей китайской компанией, то мы легко через суд вернем деньги клиента. Это придает больше ответственности фабрикам при работе с нашими заказами. Китайские фабрики ценят постоянных партнеров и клиентов, от которых к ним регулярно приходят деньги за оборудование. Фактически у нас самый большой в России многоязычный каталог фармацевтического оборудования с фотографиями, описаниями и, что более важно, с ценами и видеодемонстрацией оборудования в работе. Добрый день, меня зовут Роман Цибульский, и я основатель и владелец каталога фармацевтического оборудования minipress.ru. Каждый день в течение 17 лет я занимаюсь тем, что помогаю нашим клиентам в выборе, доставке и растаможке фармацевтического оборудования. Ежегодно я принимаю участие в выставках фармацевтического оборудования по всему миру. Моя цель – найти новые модели лучшего качества для моего каталога. В моем каталоге представлены таблеточные пресса, блистерные машины, дрожжировочные котлы, различное упаковочное и производственное оборудование, большой ассортимент лабораторных машин, компактных настольных вариантов для начала фармацевтического бизнеса. В любом случае, если вы не нашли нужную вам модель оборудования, обратитесь ко мне, и я представлю вам лучшие варианты. Я предоставляю своим клиентам не только информацию об оборудовании, но и данные по различным технологиям. В этом я очень хорошо разбираюсь и скопил огромный опыт, собственный и опыт моих клиентов.
каталоге представлены виды оборудования производства Китая, Индии, Тайваня, Кореи и также европейских производителей. Моя команда решает вопросы, связанные с выбором, закупкой, доставкой, растаможкой любого оборудования в Россию. Ежедневно вы можете обратиться ко мне по всем имеющимся средствам связи – телефону, скайпу, электронной почте. Я готов помочь вам с выбором любого фармацевтического оборудования, используя весь свой опыт и знания. Буду рад видеть вас своими клиентами.